этом месте, и это не просто. Это я продлеваю это служение для души кременогласен, который на этом месте ты помышляешь уже уйти отсюда. Ремену пламени ченис, и во сердце твоем борьба. Ремене гласен есть та, которая прилеплена к сердцу твоему. Ремене гласен, и которая увлечет тебя пагубу кременогласен, и я обращался словом своим к сердцу твоему и к внутренности твоей кременогласен, но ты не имеешь победы, не имеешь силы кременогласен, файдес, потому нужна молитва народа, нужно подвязание кременогласен, ламенеш таменогласен, файдес, я с любовью подхожу к тебе кременогласен, ибо желаю благословить, аминь. Аллилуйя. Обращаюсь к тебе, ибо я говорю прямо в твое сердце, Легена Штемен, просто оставь все и иди, и доверься, и ты знаешь, что я дам тебе свободу, и дам тебе силу не грешить, и я дам тебе, и ты будешь новым человеком, и ты не будешь помышлять о прежнем, Эва де Хемен, потому что я сильный, и я великий, и я могу это сделать, только поверь и доверься. Элгеме Шемен, и я говорю тебе, Элеме Гесемен, я зову тебя, и ты знаешь это. Аминь, аминь, аминь. Слава Иисусу. Кому надо будет развязать вопросы, к кому обращался Дух Святой, обязательно сделайте это. Потому что у Бога есть определенный момент, когда Он стучит в сердце. И вот этот момент, важно не пропустить этого и все-таки открыть свое сердце для Господа. Потому что есть такой хороший псалом: «Я всегда люблю Господня, друзья». Поэтому пусть Бог благословит. Слава Господу!